Здравствуйте, рады мои. Вот тут зеркальное, конечно, изображение, извините. Ну, фильм, мультик вперед. Нет, привезли мультик смотреть. Зачем? А потому что, рады мои, внуков повезли и деда привезли. Почему? Потому что я дед, и мысли у меня детские. И, значит, и жизнь у меня детская. Ветер сильный. Ладно, пойдем в кино смотреть. Мультик вперед. Я думаю, это первая серия. Следующая будет серия «Взад». Вот, захожу в зал. Вот, рода моя. Очков-то нету? Есть. Есть. А детских нету? Нет. Да они расхлябаны еще хуже держатся. Вот эти все вроде. Знаете, да. Расхлябаны уже. Угу. О, взял себе детские очки. Ну, я же дед. 3D. Самое смешное, рады мои. Садись, посиди, где хочешь. Ну и сиди к нему. Пойдем к нему. Самое смешное, родные мои. В кинотеатре. Вот только мы приехали. То ли кино фуфло, то ли что. Вот, смотрите, пустой кинотеатр, полностью пустой. Ну, ты еще уточни, что сегодня вторник и рабочий день. Сегодня вторник, мне сказали, и рабочий день уточнить надо, и день. Еще. Дети в школе? Дети в школе, это мне тут влазит, влазит наш этот. Ну, что, рады мы, будем, блин, смотреть. Смотреть. Ну что, посмотрим, скажу мнение об этом мультике. Короче, уже 15 минут сидим. Фильм не начинается. Свет только что включили. Наверное, нас выгонят меня. Вот так вот дед, наверное, в кино исходит. Ждем, что дальше будет. Вот какая-то реклама. Дисней представляет. Верность. О, что-то началось. Полон чудес. То были времена подвигов, приключений, но главное — волшебства. Затем одним взмахом верного меча я отсекла драконьи крылья от его туловища! А теперь рубим торт! Я думаю, если у нас будет хоть капелька волшебства, мы сможем все на свете. Ну что, рады мои, сюжет в мультике так себе, но смыслов несколько и очень хороших. Вот так дед сходил на мультик. До свидания, рады мои. Лайки, дизлайки. До свидания.